Я обманывала вас. Как жестко сделана эта тема. О, у вас в руках, потому что... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, Дэнни и Море Фикс Прайса! Я накупила, да, много-много, несколькими заходами, ходила, искала, что-то мне советовали, что-то новенькое нашла. В общем, давайте по порядку, скорее хочу рассказать, потому что сама соскучилась, и, как вы знаете, у меня всегда пакеты стоят в углу, я их не разбираю и не пользуюсь. Не пользуюсь именно для того, чтобы просто не забыть все, и потом не собирать все это по квартире, что я купила. Даже смешная история происходит иногда, когда мама говорит... А у нас туалетная бумага есть? Я говорю, а что, уже надо, уже закончилось? Ну, такая заглядываю, там чуть-чуть осталось. Я говорю, а у нас, если нужно будет, возьмешь там из пакета, но положишь обратно. То есть я не разрешаю даже туалетную бумагу брать, когда она нужна. Да, я люблю в Фикс Прайсе брать вот такую туалетную бумагу. В прошлый раз я брала какую-то туалетную бумагу, там был один листик вообще. Не два, не три, один листик. Вот, я люблю три, вот эту вот брать. Три слоя, да, я в прошлый раз что-то не поняла, неправильно вам сказала. Три слоя люблю брать, или два, минимум. Что там уже грызет? Мы пришли уже, на самом деле, пришли с гулянки, искупались, уже все, ко сну сейчас, и вот прям перед сном, вот я быстро хочу снять Фикс Прайс, чтобы когда малыш уснул, чтобы я было вам что монтировать, а то что-то я ничего не подготовила. Вот, кстати, девочки советовали, я взяла для малыша, о малыше заговорили, да, я взяла для малыша вот такие наклейки 1+, видите, то есть один, ну, то есть более года уже можно. Нам понравилось, в принципе, я даже в сторис выкладывала на его страничку в инстаграме, да, мы лепили, здесь вот такие вот идут, смотрите, кастрюльки, видите, разные, и здесь можно читать внизу и подсказки, что нужно добавить, там, помидорчик, грибочки, и мы с Денькой с удовольствием, ну, вот, клеили наклейки. Девочка еще сказала одна, что эти наклейки можно отклеивать и приклеивать, вот, да, видите, они отклеиваются и приклеиваются снова. Денька на себя их клеил, в общем, ему было очень весело, вот, тут перчики всякие, фрикадельки, в общем, попробуйте ребенку дать, на, полистай, зайка. Отвлечется. Я не буду сейчас, знаете, все по порядку, там детское, все подряд, что в пакетах есть, то и беру, потому что это время лишнее займет. Смотрите, Кристинка как-то давно покупала вот такое зеркало, только оно было черное, вот здесь вот. А я нашла белое, это новинка уже, вот 100 рублей оно стоит. Мне понравилось, что на самом деле оно не круглое, и, по-моему, оно не двухстороннее. Это хорошо, потому что я двустороннее не хочу, да. У меня есть одно... Уже даже два розовых покупала, круглых. Ну, во-первых, двусторонние, когда я им пользуюсь. Вы видите мои ноги и вот все, что там, да, не нужно видеть. Вот, и у меня есть одно железное. Два розовых, они у меня, одно Денька сломал, второе тоже я сломал. Одно железное из Икеи стоит, держится. Но железное мне не очень приятно, если честно, трогать руками. Я люблю трогать его ногами. В общем, вот так все запаковано. Зеркало хорошее, мы с ней затестили, оно реально хорошее, то есть оно не искажает вас ничего, оно делает вас только краше. Так, и вот эти беленькие штучки, это в мой интерьер, потому что черный, конечно, вообще не мое, мне даже как-то и неприятно смотреться в черные штуки. А вот белое, другое дело, все здесь четко стояло. Сейчас мама... Да! Мама, не разбей только зеркало. Господи, вот это вот вообще. Во, закрепили до щелчков. Вот, смотрите, какое красивое. Белое. Красивое, да? И сзади вот так. Ну, сзади не очень красиво, конечно, но в принципе можно будет что-нибудь придумать. Чехол какой-нибудь, да, такой. Для планшета найти на рынке, натянуть вот так вот. Ну, короче, что-нибудь можно будет придумать. Как придумаю, обязательно вам скажу где-нибудь во влоге. Ну, я довольна, мне нравится. Вот. Теперь я могу, если что, вот так. Не, ну, конечно, это вид не очень, если я буду снимать с ним. Но стоит на зеркале, и хорошо. И на самом деле здесь больше помещается, чем в круглом зеркале. Вот в этом больше помещается. Дальше, смотрите, я взяла вот такие ему игрушки. Они тоже новинки, 99 рублей.
Здесь баланс. Раньше я ходила, на самом деле, смотрела и думаю, да нет, наверное, ему еще рано это. Но вы знаете, мой ребенок меня удивляет частенько. И как-то я так думаю, блин, да мне кажется, что рано. На самом деле, нифига не рано. В общем, здесь в пакетике вот такие кругляшки разные, маленькие и крупные. И вот такой вот я выбрала кита. Ставим мы этого кита, и должно у нас все стоять. Ну, вы поняли, да? То есть нужно балансировать, вот эти штучки ставить. Ой, они хорошо становятся. Вот. Маленькую сюда. Ой, классно, мне кажется, каждый ребеночек сможет. Это несложно. Да, первым делом еще хотела сказать, это я сегодня взяла. Раньше не видела, или, может, не обращала внимания, но как раз-таки погода у нас начинает уже немножко холодать, знаете. И я подумала о том, что хорошо бы взять Деньке шапочки. У нас одна зеленая есть, где... Ну, я покупала в другом городе, хорошенькая. Многие спрашивали, где что, но, к сожалению, как бы не могу сказать, да? Вот. А вот эти в фикс-прайсе мне очень понравились. Здесь 95% хлопок детские отлично сидят. И прям вот такие тоненькие. Потому что вроде бы как холодно, вроде бы как и жарко, вроде бы как непонятно что. А мы перед садиком, я очень переживаю, чтобы он у меня не простыл, ничего не подхватил. Поэтому я его так... Ну, страхую. Я взяла, смотрите, голубую, потому что у нас есть голубые одежды. Вот такую взяла, потому что у нас есть тоже, ну, одежды такие. Во всяком случае, под капюшон можно такую даже зимой одеть. Потому что у нас капюшон теплый. И серую, естественно, серая под все. Здесь вот такая вот бирочка. Fashion там написано. Classic wear, classic. Fashion вот здесь сбоку. Ну, симпатичные, знаете, симпатичные, мне понравились. Поэтому три штуки, они, по-моему, по 99 рублей, я не помню. Чек, давайте я вам скажу. Так, шапка детская. О, я обманывала вас, 50 рублей. Хорошая цена для шапки, потому что 77 или 100 уже было бы дороговато. Мне кажется, на рынке можно найти по 30, по 50 реально такие шапочки. Но они классные. 95% хлопок, 5% эластан, как раз для того, чтобы она немного тянулась. Мне очень нравятся. Вот эти шапки качественные, прям в фикс-прайсе, детка, можно смело их брать, то, что нужно. Под разную одежду, супер. Дальше, смотрите, что я взяла. У меня, кстати, не на всех вещах есть, часто видела это, но как-то не обращала внимания. Не на всех вещах есть вешалка такая. И не кайф вешать прям вот за воротник, там, чтобы оттягивалось, там, смотря какая вешалка. А вот эти штучки пришил, они пришиваются. И класс. Еще такие, знаете, серебряная, золотая, кожаная. То есть три штуки. Стоят они сколько, я не знаю. Сейчас посмотрю. Вешалки пришивные тоже 50 рублей. Офигеть. Мне кажется, это очень круто. Вот они. Куда-нибудь, да я их пришью точно. Вот Денька, кстати, сидит, разбирается вот с этим сейчас. Отвлекся прекрасно. Ему нравятся эти кубики, ковырять все маленькое. Взяла свои любимые мяфли, кстати, из еды. Потому что я их давно уже не брала, я соскучилась, а мне вот ночью с чаем что-то надо хрумкать. Взяла свой любимый паштет, который 100 лет не брала. Кто не брал, обязательно попробуйте. Уже многие подписчики писали мне и говорили, что «Селена, спасибо, тебе паштет реально крутой». Чем он мне понравился? Это составом. То есть это не просто так. Здесь в составе ничего вообще нету плохого. Здесь, я сейчас зачитаю быстро. Печень говяжья, масло сливочное, мозги. Лук, соль пищевая, сахар, перец душистый молотый, перец черный молотый, орех мускатный, корица и гвоздика. Все. Реально он вкусный, нежный, по ГОСТу сделан. Вот именно такой. Потому что другие паштеты, все, туда заходишь, и там уже Е, Б, С, всякие непонятные вещи. Так, еще я взяла семечки, вот ради просто того, чтобы их попробовать. Не знаю, на них смотришь и думаешь, наверное, какие-то невкусные. Вот такие. Ну, представьте, вот раньше я всегда начищала полный рот семечек, а потом их ела. Запах неприятный. Ну-ка, вот полный рот. Ну, не полный, хотя бы жменьку. Вообще невкусные. У них вообще нет того самого вкуса семечек, который я люблю. Лучше чистить. С морской солью написано. Но лучше щелкать самой. Так, еще я взяла чай. Вот этот вот strawberry mojito. Значит, мохито клубничный. Strawberry — это клубника. Ну, мохито — это вот... Что такое мохито? Я, кстати, не знаю.
Англичанка, блин. Мохито, может, это трава какая-то. Сладкий аромат клубники, прохлада мяты, свежесть цитрусовых и отборных, зеленый чай, яркая вариация чая мохито с интригующей ноткой спелой клубники. Это я попробую вам и скажу, вкусно-невкусно. Такое не пробовала еще. Но вообще вот Куртис, да, хороший чай. Итак, я сделала немного чаю. Я крепкий чай не пью, потому что он дает горечь потом. Любые чаи, даже которые, как говорят, что сколько не мешай его, он все равно рано или поздно даст горечь, если долго держать пакетик. Поэтому я немножко обычно его макаю там и все пью. Без сахара, просто чтобы почувствовать вкус реального чая. И скажу вам, что аромат, ну, мохито. Вот кто пил мохито в кафе, это аромат мохито. Слушайте, мне нравится чай. Вообще без сахара даже могу пить. Классно. А если с сахаром, будет вообще кайфу. Так что чай одобряемс. Дальше смотрите, что я нашла для малыша тоже. Пинг-понг мыльными пузырями. Ты можешь не только надувать красивые мыльные пузыри, но и играть ими в пинг-понг. Пацан у меня 99 рублей стоит. Денька очень любит эти у меня пузыри. Не знаю, как с этими будет играть. И я думаю, что почему нет. Не, ну может там надо попадать. Давайте посмотрим состав вообще, что сюда входит у нас. Я вам расскажу. Кстати, в фикс прайсе сегодня, но я не взяла. Не знаю почему. Ну не взяла, не стала брать. Что-то мне неинтересно было. Короче, такие какие-то аппликации для постарших детей. Там, в общем, мне кажется, гипса кусок какой-то, краски. И вот там раскрашивать. Вот сегодня только что-то новое пришло там у них. Я так глянула, ну, в общем, своими руками что-то делать. В состав у нас входит вот такая штучка. Это, видимо, наливать сюда наш шампунь, наш мыльный раствор. Вот оно, такой маленький. Маленький здесь, небольшой. Вот такая штука. Видимо, им как-то... А, им, наверное, наливаете сюда раствор. Этой штукой вот так опускаете, выдуваете. Вот. А потом вот такими прикольными ракетками вы играете. Это просто натянутая такая фигнюха на вот такую ракетку шерстяная. Слушайте, для маленьких детей это может быть шапочкой вязаной или варежкой. Ну, понятно, что, да, пузырики очень легкие штучки для детей, отлично. Пузырики могут отбиваться. Вы хотите, чтобы я это сейчас попробовала? Ну, вы вообще даете. Ну, я попробую. А, тут закрыта, кстати, мыльная. Мыльная смесь закрыта. Давай, ну нет, не забирай мое время, вот долго тебя открывать, а? Как жестко сделана эта тема. Так, наливаю чуть-чуть. Не знаю, как много нужно налить. Я чуть-чуть налила. Потому что если разольется, то разольется чуть-чуть, а не много. Так, вот эту штуку опускаю сюда. Блин, а я открыла, и она теперь у меня... Опускаю сюда, в общем, как могу. Выдуваю шарик. Вот и поиграли, да? Давайте еще раз. Ну, что они такие большие получаются? И не отваливается. И что-то делаю не так? Что за фигня? О! Е-е-е-у! Нужно мел. Денька, Денька активировался. Дэнь, смотри, что это. Шарик, мама, ты с ним играешь? Как так? Все, получилось. Ой, смотри, мама играет. На ракетку. Так, нас с ракеткой пока поиграй. Сейчас мамочка доснимет, и мы с тобой обязательно поиграем вместе. Держи, на ракетке. Классная тема, короче, рекомендую.
Что еще у нас? Смотрите, какое зеркальце. 77 рублей. Зеркальце расческа я нашла. Ой, как тебе теперь открыть? Так запакованное, не знаю. Короче, я сейчас не открою. Это надо разрезать. Ножницы я с собой не взяла. С одной стороны зеркальце, с другой стороны вот такая расчесочка, которая прячется внутрь. И это складывается. Я вот такую взяла, увидела. Специально захотела себе в сумку бросить. И вот такая она получается. Потому что я все время забываю расческу, и я не люблю ее носить, потому что она много места занимает, на мой взгляд. А тут маленькая слина... Ай, блин. Маленькая слина, да чуть-чуть чуханула волосики. Но не часто. Но еще она розовая. Класс же, да? Еще я купила какую-то непонятную штуку для Дэни. Что это? Кстати, это скользкая игрушка. А, она для ванны, короче. Она из чего-то сделана, непонятно из чего. Я поняла. Я поняла. Короче, она не просто сделана непонятно из чего, но она еще такая, знаете, то есть она скользит у вас в руках, потому что, короче, она так сделана. Нормально объяснила. Вот, вы ее держите вот так, она, короче, выпадает. Короче, темка классная. Ну и, конечно же, долгожданные, я нашла их. Это вот эти блокноты, которые у нас. Здесь вода и всякие блестки. Мне очень понравились вот эти вот три блокнота. Один с сердечками, значит, тут розовые сердечки у нас. Второй у нас с какой-то вот такой вот часовней. Не помню, что это за часовня. И здесь такие красные, вот этот вообще стиляжный такой. Вода с красными. Красиво. И вот такой еще тоже понравился, он тоже розовый, но здесь более темные и звездочки. Вообще шикарно. Я думаю, что я себе какой-то оставлю, какие-то подарю, в общем-то. Пусть лежат. На самом деле, я их искала, смотрела, их нигде не было. Девочки, нужно спрашивать. Они есть на самом деле в фикс-прайсах, просто... Иногда что-то прячут, а иногда что-то на кассе реально кладут. То есть нигде их не было, они лежали на кассе. И то прикрыты чем-то. Так что, наконец-таки, я их нашла, все супер. И еще я взяла подушку-пердушку. Ради чего, знаете, это тоже мне одна из подписчиц написала, там подушки-пердушки продаются. Я говорю, ну ради того, чтобы узнать, правда, работает она или нет. Реально можно кого-то подставить. Такой звук реально. Похож, да? А запах? А запах есть? Нет, запаха нет. Еще был бы запах, было бы вообще атас. Слушай, ну звук классный, очень реальный, мне кажется, да? Не, ну девочки так не пукают, понятное дело, мужики только. Можно девчонку подставить, как мужик пукает. Ты чё как мужик пердишь, реально? Так, ну что, все. Остальные вещи я купила для отдельных видео, показывать их не буду, сохраню интригу. Ну и все тогда. Я вас целую, люблю, надеюсь, видео было полезным. Реально очень много новинок, согласитесь. И все новое, хорошо забытое, старое, да? Паштетик, мяфли, многие мне писали, что Силя... Зачем ты показала эти мяфли? Кстати, у меня какие-то руки, как будто в чем-то после этой подушки. Как будто в пыли, имейте в виду. Зачем ты показала эти мяфли? Короче, я теперь от них не могу остановиться. Фу, семечки отвратительные. Сейчас во рту такой неприятный привкус. Хочется скорее заесть чем-нибудь. Мяфлями, например. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Кстати, скоро интересные видосы будут. Я наконец-таки достала, по запросам будет видео одно. Короче, много всего интересного. Люблю вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите новые видео. Каждый день стараюсь их выпускать. Пока. Давай на баланс. Как мы выстроим все? Давай посмотрим. Ну-ка, смотри, ставим. Ставим. Ты ставишь? Вот вам и моторика. Когда спрашивают, моторика, как у ребенка. Вот, пожалуйста. Дэнь. Дэнь. Смотри. Ему понравился лизун.
Смотри, Зай. Не выскальзывает он у тебя из рук? Не выскальзывает? Дэнни, ну что ты делаешь? А? Что ты делаешь, котенок? О, смотри, мама не сбалансировала. Вот эти штучки ему, кстати, очень нравятся. Он их уже везде засовывает. Вот здесь еще крабики нарисованы. Он их уже в машинку складывает, да, Дэнь? Машинка везет дровишки. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Не пердит. На, ну-ка. Блин, это ж как сесть надо, а? Зеркальце, кстати, вот закрывается тут как-то криво. Неплотно, короче, закрывается. С одной стороны нормально, а с другой стороны вот прощелина есть. Не кайф. Семечки реально отвратительные просто. Я же скорее хочу чем-нибудь закусить. Я вот что с ними делаю. Мусор. С чем играете? Балансируете? Давай, раскладывай. Молодец, у тебя свой способ, да? А мам не получилось. Скажи, мам, что у тебя за руки-крюки? Вот, как надо, да, скажи? Вот, вот так, через одну, да? Дай маму поставить. А вот сюда, Дэнь, вот сюда. Сюда можно положить. Куда еще? Куда еще? Вот это убрать, надо и вот это убрать, и вот это убрать. И тогда все получится. Так, эту в уголок. Угу. Эту рядышком. Так, пошло дело хорошо. Где еще? Вот они. На, маленькие. Так. Смотри, как у тебя получается хорошо. Вот. Большую теперь сверху, да? А вот сюда ее положи большую. Вот сюда большую можно дать, смотри. О. На хвостик. Прикольная, да, игрушка, Дэнь? Нравится тебе? Прикольная игрушка, Дэнь? Ну, так играем. Моторика. Моторика и еще что-то развивается вместе с тем.